В отсутствии сотрудника ломбарда пьяный злоумышленник камнем разбил стекло витрины, похитил 4 пары золотых сережек, цепочку, браслет и кулон, после чего скрылся. Общая сумма ущерба составила более 20 тысяч рублей. Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Буквально через несколько кварталов пытался сдать эти изделия уже в другой ломбард, где был задержан сотрудниками уголовного розыска по горячим следам сразу же после совершения преступления. Злоумышленником оказался 28-летний уроженец Северокавказского региона, временно проживающий в Сочи. Задержанный помещен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба». Ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.